чего я прорабатываю, я думаю, ну, короче, вы знаете, в НГАСУ, Новосибирский государственный архитектурный университет, там проводится моя длинная, большая выставка, и в прошлом году там много работ, там Ватикан, Дубай, огромное количество моих скетчей, и в интерактивном виде, и в реальном виде. Я думаю, вот эту отправить туда на длительную выставку, потому что она очень интересная. Это был первая версия, черновик одной очень большой работы, которая уже ушла, улетела в новую жизнь. А вот этот, это очень интересный черновик, и я думаю, будет супер полезно для того, чтобы студенты НГАСУ могли понимать вот такие вот крутые древние штуки. И, может быть, вот эту тоже туда отправлю, и поэтому пытаюсь это все радостно проработать срочно. Эдуард Кичигин.